сказать, что я несчастлив, да? У Киркегора есть такая работа, философ великий. У него есть книга, называется «Несчастнейший». Да? Вот, значит, да, когда я говорю, что я несчастлив, я лузер. Я как бы, я признаю поражение перед вызовами жизни. И многие люди, даже не ощущая счастья, не имея этого внутреннего ощущения, этого драйва, говорят, что они счастливы просто для того, чтобы таким образом зафиксировать, да, что я не сдался перед давлением обстоятельств, да, что у меня есть как бы перспективные планы какие-то и прочее. Да. То есть это такое, как бы скорее, самоутверждение, да, ну, в хорошем смысле. Да. И лучше, конечно, если мы говорим, что мы счастливы.